Привет! Добро пожаловать на мой канал «Другая жизнь» с Марина Кью. Меня зовут Марина, и у меня ежедневный влоговый канал о нашей жизни в Америке. Мы с вами вместе готовим, убираем, я рассказываю о сайтах знакомств, о нашем знакомстве с моим мужем, американцем, немного о воспитании детей и, разумеется, о беременности после 40. Очень много комментариев я получаю сейчас именно в этой теме. Кто-то спрашивает: «Марин, как же вы решились?» Кто-то наоборот: «Вы что, сумасшедшие, вы ненормальные, пора бы уже становиться бабушками и дедушками». Поэтому видео сегодня будет такое вот сборное, солянка. И начнем мы с вами с уборки. Меня уже ожидает мой верный помощник. Сейчас будем наводить порядки в доме. Также часто вопрос, который я получаю от моих постоянных подписчиков, хороших подписчиков и подписчиц, звучит примерно так, что вы все видите плюс-минус, что в нашем доме всегда порядок. И спрашиваете, как мне удается поддерживать порядок в доме, учитывая, что в доме трое детей. Поэтому сейчас я начну уборку, немножечко вам покажу и расскажу, наложу тогда уже голосовое сопровождение. А дальше поговорим о беременности, боже, в 40 с плюсом. Итак, пожалуй, начнем мы с вами именно с уборки в доме. В моих видео «Порядок в доме» вы видите исключительно благодаря работе всех членов семьи. По своей натуре муж у меня, слава богу, аккуратист, и научила его этому именно моя свекровь. Разумеется, большое ей за это спасибо. Также, в свою очередь, я сейчас этому учу и моих сыновей. Надеюсь, моя невестка в свое время также меня за это поблагодарит. Моему старшему сыну 15 лет, а двойне 6 лет, но они свою работу в доме уже выполняют. В большинстве американских домов есть посудомойка, и у меня все уже давно приучены складывать грязную посуду именно в посудомойку. Правда, ее нужно не забывать включать. Я вчера забыла это сделать перед сном, поэтому посудомойка выполняла свою работу сегодня утром. И дети, разумеется, поскладывали всю посуду в раковину. Если мне нужно сделать легкую влажную уборку, я использую другую швабру, но, скажу честно, я люблю мыть все же именно по старинке. И если мне нужно хорошенько вымыть пол, я не люблю все эти новые навороченные швабры. У меня не получается вымыть ими пол действительно хорошо, и я использую обычное старое домашнее полотенце. Но Чет не одобряет мою любовь к старым полотенцам, считает, что это очень тяжело физически, и предлагает воспользоваться еще одним вариантом. Посмотрим, возможно, в скором времени я с вами поделюсь результатом. Я очень люблю наводить порядки в моем доме. Раньше я это делала гораздо более активно, сейчас по понятной уважительной причине я это делаю гораздо медленнее. Время от времени я беру себе отдых, просто полежать, отдохнуть на диване, выпить чай, посидеть на балкончике, если чувствую в этом необходимость. Но уборку в своем доме я очень люблю и никому этого не доверяю. Недавно тоже у нас такая история была, скорее всего, постоянные зрители моего канала знают и слышали. К нам должны были приехать родственники мужа, переезжать, то есть если мои свекры должны были это сделать постепенно, возможно, даже сестра мужа должна была бы к нам переехать в наши края где-то через год, то племянница мужа должна была к нам приехать и жить у нас уже последние 2 недели. В силу определенных обстоятельств, в общем, изменилось, но когда мы это все тоже обсуждали, и Чет спрашивал, не буду ли я против, да, если приедет племянница, то есть поживет с нами какое-то время, я всегда за, да, если вдруг нужна наша помощь, сказала, да, конечно, то есть напомнила, да, только чтобы он обговорил, что в нашей семье есть определенные правила, которые придерживаются все члены семьи, то есть это абсолютно разумные, адекватные, нормальные правила, то есть мы не курим, мы не пьем, ну, базово, да, учитывая, то есть возраст, возможные пожелания, скажем так, ну, в нашем доме, скажем так, мы не держим, да, там какого-то алкоголя, мы ни за кем следить не будем, кто, когда, во сколько вернулся, но порядок в доме должен быть, никого сюда мы не приводим, в общем, все в таком роде. И еще такой самый-самый важный момент, да, который я хотела озвучить. Тоже Чет потом там пообщался и говорит мне, что в принципе все хорошо, то есть все рады, ждем гостей. Говорит, я даже сказал, что, то есть ты, ну, будешь помогать там Марине убраться в доме, приготовить, и я ему стоп, говорю, что значит убраться в доме? Говорю, это мой дом, никто здесь, кроме у меня, убирать не будет. Не подметать, не мыть полы, не вытирать пыль, говорю, это мой дом, я это делаю сама. Я говорю, ты бы в свой гараж кого-то бы впустил наводить порядки и все тому подобное. Он говорит, нет,
И такой, я говорю, все, говорю, мой дом, это мой дом. Говорю, у нее будет своя комната, у нее будет своя ванная комната. Там, пожалуйста, наводить порядки, это будет ее обязанность, я не буду. То есть я даже не навожу, по большому счету, порядки в Романной комнате. Да, я где-то поддерживаю, но, скажем так, он мальчик, подросток, и порой там нужна моя помощь. Но чаще всего я ему лишь указываю на какие-то моменты и говорю там, например, если он пыль плохо вытер, или если он там где-то что-то поскладывал неаккуратно. Ну, в общем, да, то есть я ему указываю, но я за него никакую работу не делаю. Даже наши дети, они убирают в своих комнатах самостоятельно, я подкорректирую, конечно же, где-то что-то могу поразвешивать, пораскладывать, но дети в свои 6 лет, они уже у нас выполняют определенные обязанности в доме, и поддерживать порядок, ну, условный, да, скажем так, порядок в своих комнатах они уже должны. И я сказала, что да, ее комната, пожалуйста, ванная комната, которой будет пользоваться она, мы с ней можем убирать по очереди, потому что мы тоже все пользуемся этой ванной комнатой. Говорю, но порядок в доме, кухня, кухня. А у меня моя свекровь тоже, мы потом, ну, обсуждали этот момент, я тоже сказала, она говорит, Марина, я уже, говорит, знаю, когда я в вашем доме, кухня твоя, я могу тебе где-то что-то помочь. Но, говорит, я знаю, что ты очень, ну, ревностно относишься к своему, вот скажем, пространству. Это твой дом, это твоя кухня, говорит, я это знаю. Вот, поэтому да. Но по итогу, в общем, у нас не получилось в силу определенных обстоятельств. Другая сторона передумала. Мы здесь ей предлагали работу и предлагали жилье на какое-то время, да, в нашем доме, пока она, ну, скажем так, не станет на ноги, либо пока в этот штат не переедут Линда и Джо или ее мама. Вот, но, в общем, она решила остаться пока в штате Аризона, тоже там друзья, знакомые, ну, в общем, то есть передумала наш вопрос, наше предложение, предложение Чеда о трудоустройстве. Они настолько ее заинтересовало, чтобы поменять полностью и кардинально всю жизнь. Но, возможно, это лишь вопрос времени. Ладно, продолжаем уборку дальше. Вот, я пока, когда только начала наводить порядки, у меня здесь произошло такое маленькое приключение. Видите, я придавила, в общем, подбила немножко. И вот эта вот часть так прям подорвалась. Это клей мне, сейчас надо будет его аккуратненько снять. Но сейчас уже выглядит, конечно, получше. Жалко, стол новый. Вот таким вот клеем я воспользовалась, нашла тоже у Чеда в гараже. Ну, вроде бы стало лучше. Теперь можно, в принципе, опустить лавочку, а то она у меня выполняла роль грузика. Так, все, в принципе, вот нормально, скажем так, не особо видно. Осталось мне тоже сейчас вымыть хорошенько эту комнату. Унитаз, понятное дело, тоже я уже здесь убрала, помыла. Опустим сейчас все эти коврики. Это, кстати, вот комната, в которой могла бы остановиться племянница Чеда. Если бы к нам приехала, у нас вообще-то эта комната считается гостевой в нашем доме. Еще один из моментов, который ее немножечко смущал, потому что в нашем доме должен родиться малыш. И, ну, в общем, наверное, не все готовы, да, возможно, она думала, что как-то мы на нее возложим часть обязанностей, хотя я с ней общалась, я сказала, что даже то, что у нас скоро родится малыш, то есть мы никак нигде на ее помощь не рассчитываем. Я с ребенком справлялась самостоятельно раньше с двумя, то есть и сейчас тоже справлюсь в этом плане, нам помощь, поддержка не нужна, она не будет у нас ни в роли бабиситера, ни в роли няни. Вот, но она сделала свой выбор, каждый из нас делает выбор в этой жизни. Хотя я считаю, что предложение Чеда было очень-очень интересным. Было. Но всплыло. Также у меня еще была запланирована стирка. Но, видимо, гормоны. Не знаю, что со мной происходит. Раньше я за собой такого не наблюдала. Но сейчас я просто забываю включать своих помощниц. Точно так же, как сейчас, я забыла включить сушилку. Ладно, не проблема, включаем, пусть машинка делает свое дело, а я пока займусь какими-то другими делами по дому. Так, а что же у нас на ужин будет сегодня? Очередное легкое и простое в приготовлении блюдо. Курочка в лаваше. Пожалуйста, курочку немножечко отбила, сейчас все это замариную с приправами и с майонезом, и затем буду отправлять в аэрогриль.
А вот полный рецепт я вам покажу в другом видео. Напомню, если вы вдруг еще не видели, я начала выпускать видео нового формата, где я показываю наше меню на неделю. Маленькие идеи и короткие рецептики, которые вам помогут быстро и вкусно приготовить ужин. Если такой формат будет вам интересен, пожалуйста, оставьте комментарий, дайте мне знать, и тогда я буду продолжать делать для вас и такой формат видео. Итак, с делами на сегодня я закончила, осталось лишь разобрать стирку и беру сейчас коротенькую рекламную паузу и делаю для вас продолжение этого видео. Так, я уже закончила со своими домашними делами, да, сегодня я решила убрать только лишь одну часть этажа, верхнюю, завтра продолжим уборку, будет у нас нижняя часть этажа, если интересно, присоединяйтесь, буду показывать детские комнаты, какой у них беспорядок. На самом деле, считаю, там беспорядка нет. Возможно, там, может быть, не совсем все аккуратно сложено. Но я бы вам хотела показать, в каком состоянии находятся детские комнаты сейчас. Комната Ромы, да, в целом наш нижний этаж. Планирую полностью сделать видео. Конечно же, меня уже очень давно просили показать полностью наш дом. Вот, в принципе, да, именно для этого я сейчас и навожу этот порядок в доме, такой идеальный, скажем. Чтобы снять для вас это видео, скорее всего, я его буду снимать для вас уже завтра. Но увидите вы его, наверное, где-то через недельку. Да, нашу комнату я порядок, в принципе, не наводила. Ни в нашей комнате, ни в нашей ванной. У нас всегда все чисто. Ну что мы там с мужем, два взрослых человека, да? Вещи у нас всегда на своих местах. Убрали, помыли, вытерли. Унитаз у нас тоже всегда чистый. Комната всегда тоже в порядке. Ну что мы там поспали и вышли оттуда, да? Муж на работе целый день. Я, в принципе, основную часть времени провожу именно здесь. Поэтому, когда мы выбирали дома, и один из вариантов, который нам понравился, там вот именно эта зона, она была совершенно без окон. Но там была огромная, шикарная наша спальня, то есть спальня основная, да, считается. Она была очень красивая, там были очень большие окна, вот именно такие, как у нас вот здесь в нашей гостевой зоне. Там был балкон, там была очень интересный этот клозет, да. Тоже очень много полочек. Конечно, вот это был очень большой плюс в том доме. И белая кухня, как я люблю. Но там совершенно не было в этой гостевой зоне окон. Вот совсем. И я тогда сказала, что нет. Говорю, я основную часть времени, по большому счету, провожу именно здесь. Мне не хватает воздуха, мне нет окон. У меня такое ощущение, как будто я нахожусь в замкнутом пространстве. Поэтому, да, мы тогда и выбрали именно этот дом. Но, наверное, в видео... Когда я буду рассказывать за наш дом, я расскажу немножечко больше и о других вариантах. Так, солянка, да? Я вам предлагала солянку, мы уже с вами вместе поубирали. Я вам рассказала коротенькую предысторию тоже, как нам должны были приехать все родственники мужа. Но теперь немножечко у нас все переигралось, но Линда по-прежнему смотрит варианты. Линда и Джо, возможно, переедут. Об этом я тоже как раз сегодня только монтировала видео. Теперь то, о чем я обещала поговорить, тоже беременность 45 с плюсом. Сейчас я бы хотела немножечко, да, так как видео уже получилось таким достаточно затянутым, немножечко эту тему, скажем так, обсудить слегка. Но я также планирую делать для вас видео. Почему не делаю сейчас? Потому что мне бы хотелось это видео сделать гораздо более полным, рассказать даже вот сколько стоит беременность в Америке, вот беременность, еще не роды, а просто беременность, да, сколько мы оплачиваем с мужем сейчас, хотя у нас имеется тоже страховка. Хотя, возможно, вам все-таки стоит ли разделить эти две темы или уже объединить, да, то есть как вам интересно, вам было бы интересно услышать исключительно о том, сколько же стоит, скажем, беременность и затем роды в Америке, то есть сделать вот такое вот, да, видео. Или уже отдельно сделать и за беременность, отдельно сделать и за роды, и в целом о беременности после 40. Да, это будут мои уже вторые роды в Америке. Первые, Катерина и Никита, были у меня уже почти 7 лет назад. Ну вот 6,5 в 2000. В 2000... каком году родились Катерина и Никита? В 18. В марте 2018. Мне тогда было, получается, 36 лет. Сейчас мне 42. Когда родится малыш, мне будет 43 года. Кстати, у меня что-то ухо заложило. Что-то было у нас у Катеринки инфекция. Видимо, теперь мне что-то передалось. Да,
горячий. Чай еще горячий. Хотела отдохнуть и сделала себе чай. Готовлю ужин. У меня тоже такой новый формат, меню на неделю, да, после того, как тоже говорили, что мои американцы ничего не едят. Показываю теперь, что же едят мои американцы. Так, потом отвечу на это сообщение. Да, беременность после 40. Очень многие почему-то считают себя вправе, да, вот блогерам тоже говорить о том, что поздно, что вы делаете, одумайтесь, дети там будут у вас с разными отклонениями. Кто-то пишет более, скажем так, лояльно, да, ой, зачем вам столько детей, мир такой огромный, лучше бы путешествовать, узнавать мир, смотреть там разнообразные уголочки этого прекрасного мира. Я считаю, в этом плане у каждого свой выбор. Мы все с вами делаем свой выбор. И когда мы с мужем начали обсуждать мою следующую беременность, предложение поступило от мужа еще 2 года назад, когда мне вот там исполнилось 40 лет. И для меня эта новость сначала была шокирующая. Я ему тоже сразу, первое, что я ему сказала, когда он ко мне пришел, скажем так, с таким предложением, я ему тоже говорю, какой ребенок, говорю, мне уже 40 лет. А он, в свою очередь, тоже удивился, говорит, а при чем здесь, ну, 40 лет? Я говорю, там тоже там женский организм, там стареет и все тому подобное. В наших странах уже бабушками становятся. Я говорю, у меня вот там есть пару подружек, говорю, они уже готовятся стать бабушками. А он мне правильно заметил, говорит, Марина, говорит, ты живешь в Америке. Говорит, здесь совершенно другое отношение, ну, вот там, к беременности в этом возрасте. Конечно же, он мне сказал, что если меня волнует этот вопрос, что он не доктор, у меня есть мой доктор, которому можно задать все вопросы относительно моего здоровья в целом и беременности вообще после 40. Поэтому, да, я тоже пообщалась на эту тему со своим доктором. Моя доктор тогда очень удивилась, что меня останавливает только возраст. Она тоже говорит, у меня очень много пациентов, у которых, ну, беременность и сейчас тоже, они им за 40, и, я говорю, у кого-то это первый ребенок. И тоже она мне сказала, что это исключительно ваше желание, да, вот именно с физиологической точки зрения, то есть 40 лет не является как бы противопоказанием к беременности. Она, конечно, уточнила, что после 40 возможность забеременеть и выносить ребенка может быть меньше, но у кого-то и это тоже не является проблемой. Поэтому да, то есть наше решение с мужем о еще одном ребенке в нашей семье было достаточно взвешенным, обдуманным. То есть это не было так спонтанно. Опс, что-то не то, меня почему-то тошнит. Да, то есть это было все взвешенное решение. Я хотела бы рассказать, конечно, больше видео, тоже добавить туда классные наши семейные моменты, рассказать, почему я приняла тоже для себя это решение, потому что сперва, ну, сперва меня тоже, конечно, этот факт останавливал. Все-таки мы воспитаны в других странах, у нас немножечко другое отношение. Американцы в этом плане относятся совершенно по-другому. И, разумеется, американцы, они бы не стали бы делать вот замечания такого плана, причем совершенно незнакомым людям, даже знакомым бы не стали делать. А незнакомым, даже учитывая, что это блогеры, все равно это не говорит о том, что нужно вот делать замечания какого-то, ну, рода. Да? Мы обсуждали с ним тоже возможности, какие у нас будут ограничения. Так, курочка моя приготовилась. Какие у нас будут ограничения в нашей семье возникнут, учитывая, что в семье появится новый ребенок, готовы мы к этому или нет. Он мне тоже задал вопрос прямо, и я действительно обдумывала. Я хотела бы рассказать тоже в этом видео больше, в новом, которое я бы хотела посвятить вот именно теме, да, беременность после 40, там плюсы-минусы, возможно, исключительно мой взгляд. Но от себя могу заметить, что я, конечно же, я не понимаю, когда люди начинают навязывать свою точку зрения. Я, к примеру, я свою точку зрения не навязываю. Я никому не говорю, что обязательно нужно рожать 40, после 40. Да? Почему нужно рожать, там, какие есть плюсы. Я не говорю никому, что не нужно ездить, там, тратить деньги на то, чтобы посмотреть, там, я не знаю, Италию, Францию, Китай или еще какие-то страны. А нужно обязательно лучше, да, и правильнее будет родить еще одного ребенка. Я считаю, это правильно, не навязывать никому свое мнение. Я на своем канале делюсь исключительно нашей историей и почему мы принимаем то или иное решение. Вот как, например, взять еще 2 котят в дом, хотя тоже мне говорили, что зачем вам еще животные, у вас и так уже дом полный животных.
Ничего, живут, им есть место, где разгуляться. Вот уже начинают немножечко они дружить с сихоком. Вот только что так они друг дружку нюхали, но что-то опять, в общем, разбежались. Да, вот. Это наша Sparkles. Она очень-очень такая спокойная, очень добрая, очень ласковая. А это наш Соник. Соник, он у нас мужчина такой. Вот, сейчас, судя по всему, хочет поиграть немного. Ждет уже Катю. Катя придет и будет с ними играть. У меня канал влоговый, да, но я пытаюсь затрагивать очень много тем, которые интересны мне. Мысли, которыми я бы хотела бы с вами поделиться, мне очень-очень откликаются, когда я получаю именно такие хорошие, добрые, благодарственные комментарии, как и от женщин, которые находятся в поисках своего правильного человека. Кто-то на сайтах знакомств уже давно, кто-то только зарегистрировался, кто-то обращается ко мне в платный формат, кто-то просит просто время от времени совет. И я никогда никому не отказываю. Но я всегда прошу немножечко уважать мое время, потому что я все-таки личность, да, у меня есть какие-то тоже свои интересы. Я мама, у меня есть дети, за которыми тоже нужно присматривать, где-то что-то помогать. Я жена, тоже мне нужно проводить время с мужем. И для меня вот именно мой влоговый канал является сейчас более интересным в плане монетизации. То есть я женщинам действительно помогаю, но не так часто. И преимущественно, конечно же, только тем, которым интересны, очень интересны сайты знакомств, которым просто нужно небольшое сопровождение и помощь. Для всех остальных у меня есть множество видео в абсолютно бесплатном формате. Даже когда ко мне обращаются девочки в платный формат, я им все равно всегда уделяю 15-20 минут, выхожу с ними в видеосвязь и всегда говорю о том, озвучиваю, какую помощь могу им оказать я, чтобы у женщин не было ложных иллюзий. Да, поэтому я, конечно, за то, чтобы мы все уважали время друг друга, пространство друг друга, интересы, взгляды в целом, да, на жизнь, и никогда никого не пытались где-то переделать, где-то унизить, где-то обидеть, даже если у нас сегодня с вами просто плохое настроение. Все, всем еще раз большое спасибо. Спасибо, что нашли время, присоединились сегодня ко мне в этом видео. Надеюсь, видео было вам интересно. А пока я с вами прощаюсь и увидимся с вами уже завтра. Пока-пока.